Всем привет, с вами Мэхер Диксфейр, и сегодня мы сделали самый большой пиротехнический фонтан в мире. Для того, чтобы сделать самый большой фонтан в мире, мы использовали пластиковое ведро. Также нам понадобилась верхушка от бутылки. Ее мы отрезали от бутылки. Мы это надежно все закрепили термоклеем. А также мы ее закрепили красной изолентой. Для того, чтобы получить искры, мы использовали секретный ингредиент. Его мы раздробили в кофемолке. Также мы передробили сахар в сахарную пудру. И смешали в пропорциях 2 к 1. Теперь добавим раздробленный уголь в смесь. В пропорции 60% смеси и 40% угля. Теперь пересыпаем всю смесь в нашу форму. Получилась она довольно тяжелая, почти что килограмм. Это было очень красиво, и дыма тоже было очень много. Если будете такое делать, будьте очень осторожны, так как от банки осталось только дно. Набираем 40 лайков, и выходит новое видео. Всем пока!